Всем привет, с вами Брогеймер. В этом видеоролике я расскажу вам, как сделать очень легко шапку для игры Бравл Старс для вашего YouTube канала по Бравл Старсу. Ну а перед началом видеоролика не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. Но мы начинаем сам видеоролик. Итак, переходим в Photoshop. Я буду собирать работу как обычный конструктор. Начал я, конечно же, с фона. Если вы смотрите мой канал достаточно давно, то вы знаете, что я все работы собираю как конструктор. То есть первый раз я сам делаю, и второй раз уже на видос делаю как конструктор. Типовая работа, как бы максимально простейшая. Если вы когда-либо делали дизайн по Бравл Старсу, то вы должны понимать, что в этой теме дизайн самый простейший среди всех. Как бы если сравнивать с той же самой CS-кой или же Fortnite. В Бравл Старсе это все максимально просто. Вот, я накидываю просто элементы, то есть вырезки из игры, расставляю их по порядку, по своей задумке, как заранее было уже подготовлено, вот. И тем самым добиваюсь наилучшего результата. Так, я не буду делать тутор по тексту в этом видеоролике, так как он максимально простой, и его можно сделать даже через мобильное приложение Pixel Lab. Как бы не то чтобы через компьютер даже тут потеть, он даже может делаться из телефона, ничего сложного в нем нету. Пару обводок и все. Вот. Работа постепенно собирается, вы наблюдаете, в принципе, как все это происходит. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по самой работе, пишите в комментариях, я вам постараюсь объяснить, что к чему. Сразу хотелось бы сказать, какой принцип у меня вообще работы. Первое, что это найти фон какой-нибудь для шапки. Второе, расставить, раскидать элементы. Можно даже сначала перед этим сделать текст, но кто как, кто обычно текст сделает после, кто перед этим. Вот, как вы раскидали все элементы, то есть всех персонажей заранее уже определили место для текста, то есть объекты расположены, все нормально. И далее вы уже начинаете просто накидывать, как текст уже тоже поставите, накидывать всякие эффекты, проделывать там всякие слой маски для того, чтобы убрать ненужное, то есть это что-то подкорректировать, подтереть, свечение, эффекты все докинули. Далее делайте контурник, если он вам нужен. Если вы делаете вообще с компьютера, то без контурника вообще никак. Я понимаю, с телефона, конечно, есть какие-то трудности его сделать, но с компьютера контурник нужен всегда. То есть это очень большая составляющая работы. После же этого накидываем всякие цветокоррекции, пресеты. Вообще они, в принципе, нужны по мере яркости работы, насыщенности. Если вы считаете, что это все и так, этого всего хватает, то, в принципе, пресеты не понадобятся. Вот лично такими правилами я пользуюсь при создании шапок по игре Бравл Старс. С превьюшками по этой игре все то же самое, ничего по сути нету. Как бы вот, я вам уже рассказал всю работу, в принципе, что вам нужно знать для создания чего-то подобного. Если же вы захотите перекачать эту шапку и превью с моего видеоролика, то вы можете перейти по ссылочке в описании и скачать все это с Яндекс или же Google диска. Я все исходники оставлю в описании, чтобы вы могли запросто перейти и скачать все это дело и самостоятельно изучать, то есть пересобирать что-то подобное, то есть уже только по своим идеям что-нибудь свое добавите, и тем самым даже вы прокачаетесь в дизайне, намного сильно измените свой скилл. Вот. Что еще, в принципе, можно добавить, я даже не знаю. Всю работу я уже рассказал, как бы, по поводу основ Бравл Старса. Рекомендую просто изучить создание текстов. Я делал видеоролики недавно на эту тему. Приблизительно пару месяцев назад, найдите их на моем канале, я там уже создавал тексты, то есть на видос все настройки обговаривал, почему, как я это делаю. Если вы пересмотрите все до единого и поставите лайки на них, то вы максимально сильно прокачаетесь вообще в этой сфере и можете стать даже одним из лучших дизайнеров по этой игре. Как бы все зависит только от вас, нужно ли вам это или же нет. Прошло практически 5 минут видеоролика, а шапка уже подготавливается до конца. Идем, в общем, смотрите до конца, не выходите. Сейчас все будет обязательно готово. Вот, докидываю
последние такие вот частицы, то есть текст по краям обязательно, чтобы заполнить пространство. Я сделал фокус, у нас фокусировка есть. Дальше просто накидываем, в конце уж эффекты у нас подгружаются. Так что как-то вот так идет пока все. Ну, в принципе, многие из вас делают с телефона все это дело, конечно же. Кто делает с компьютера, вам будет легче. Но если что, и ВП-шку я вам оставлю для Ibis Paint X, то есть также в описании ссылочка будет, вы можете скачать, и вот вам будет готовый шаблончик. Пожалуйста, редактируйте его в Ibis, как бы тут не будет никаких проблем, все будет то же самое. Так, уже практически все мы сделали. Осталось только докинуть наши пресеты. Вот, смотрим, как с пресетами выглядит. Нужно ли нам их добавлять или нет, как бы смотрим уже на свое усмотрение. Если пресеты не улучшают работу, то есть вы видите, что за счет них не становится ничего лучше, так что они не нужны. Вот, далее можно открыть Nik Collection Color FX Pro 4. Если у вас телефон, то как бы пользуйтесь фильтрами, это альтернатива. Вот, как бы вот как-то так. Не знаю даже, что сейчас еще можно добавить. То есть работа-то уже сделана. Ее можно уже в таком виде сохранять. Но так как я люблю приукрасить в цветах, мне как бы хочется немного подкорректировать положение. Вот, допустим, тут настройки взять. У меня уже есть готовые настройки. Как бы шаблон готовый стоит тут. Но опять же, я хочу что-то изменить, подкорректировать. Вот. Все окей. Можно немножко высветить. Вот, но что-то у меня подлагивает, так что я думаю, не получится сейчас это сделать. Да, Photoshop не дал нам это сделать. Ну окей, ладно, не суть. Но если вам понравился видеоролик, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. Ну а на этом все. С вами был ProGamer. Всем до новых встреч. Увидимся в следующих видеороликах. Всем пока.